Я вообще не, я с хаты не вылазу. Них не вылазу. Я чую, что... Я думаю, бахали, но тут здесь... Он у меня сосед, так сосед. Хлопец молодой, вышел на перекресток. Честно говоря, я такой первый раз такой вижу. Честно. Я же даже и в армии служил, я думал, так где, чтобы такого? Я еще такой не хочу, чтобы это... Ну, я только не могу понять, зачем мне мирные граждане? Вот это вот, зачем? Я не могу понять. Убивает просто, зачем? О, ну там война, ну конечно. Я на даний момент я не можу, ну, поки ще ці емоції виразити, може ще не акліматизувати. Треба, ну, до мирного життя, щоб порівняти, що... Як воно сталося, то ще немає таких от, не знаю, пояснити як, не можу.